Новый год, семейный, дружественный праздник. Все классно, собрались, вызвали Деда Мороза со Снегурочкой, детям подарили подарки. Взрослые чуть повеселились, покатались на ватрушках, погуляли, посмотрели Владимира Владимировича, потом запускали фейерверки, все стандартно. На следующий день пожарили мясо, сходили в баньку. Ну, считаю, стандартный, хороший, добрый Новый год. 30 числа по возвращению из Оренбурга, уже в пути, я заболел в дороге, так что Новый год я встречал больным, со слабостью, с температурой, соплями, с кашлем, со всем-всем-всем впервые так. Встречал его дома, в окружении близких людей, вот ничего необычного. Обычная рядовая подготовка с утра, что-то приготовить, заказать, упаковать подарки, поставить стол уже под вечер, все выложить, как бы проводить старый год, встретить Новый год. Вот, все по стандарту, поиграли там в настолки, посмотрели там всякие новогодние шоу, выпуски, легли спать обычно и также, ну, на первое число еще также болел. Так что в остальные дни уже чисто восстанавливал свое здоровье потихоньку. Лучше начинать с домашнего матча. Во-первых, ты дома. Во-вторых, тебе не надо никуда ехать. Соответственно, сейчас много народу, кто улетает там, в какие-то страны, соответственно, какие-то курорты, там, катаются на сноубордах. И в аэропорту сейчас очень-очень много людей. И, соответственно, погодные условия тоже. Это мы все прекрасно видим и холод. Чувствуем, и снег идет, поэтому задержки, все это происходит. Лучше начинать дома, спокойно, на домашней площадке. Надеюсь, с позитива, и, соответственно, и дальше уже втягиваться в Новый год. И поэтому спокойно дома, потренировались чуть, приходим в форму, набираем, там кто-то после болезни, кто-то просто после праздника. Кто-то после оливье. Столов, да, там все такое. Вот, поэтому, на самом деле, круто, что начинаем дома, и как бы и потом уже только будем выезжать, когда у нас уже какая-то форма будет набрана. Вот. Наверное, хочется в Новый год как бы начать тоже с хорошей игры, с победы, вот, поэтому будем стараться. У нас есть сейчас, что у нас не все полностью в строю, и как бы играем теми людьми, которыми у нас есть, вот, но это как бы задача с нас не как бы и снимает, вот. Поэтому приезжает команда со знакомыми лицами, с игроками, кто был у нас в прошлом году, кого мы знаем, Дэн Толок, Серега Костров. Вот, посмотрим. Мне кажется, будет интересно. Кусаются в этом сезоне. Нижневартовск, я, насколько я помню, он силен у себя очень дома, потому что у него специфический зал. А на выездах, честно, не смотрел их игры. Но все равно это любая команда, и она всегда приезжает играть против «Зенита» с расслабленной. И завтра может ожидать все, что угодно. Может полететь подача, соответственно, они могут все забивать, тащить в защите и кричать на нас. Поэтому мы готовы ко всему, и у нас задача победить.
я всегда думал о том, что если бы у меня был какой-нибудь день самоуправления, я бы вообще устроил бы игровой день, где бы все играли просто не на своих позициях. Но это во мне говорит вот это либерское, то, что я вообще никогда не нападаю, ничего. Хорошо, а ты хотел бы как доигровщик или как первый там категория? Нет, как доигровщик, наверное. Ну, и чтобы всех перемешать, и чтобы все подряд играли. Ну, наверное, если бы я был главным тренером завтра, я сделал себе... А, ну это я в целом говорю, не про завтра, то подумаю. Да, я бы сделал себе помощника Вольвича сразу. Вот у нас был такой тандем. Илюха я поставил бы доигровку 100% с Чанчиковым. Они бы злые, голодные, с горячим плечом. Все. Клеща бы я поставил бы на диагональную, пусть стоит на своем месте, не надо ему ничего менять, а то потом обратно не перейдет никуда. Наверное, бы поставил Макса первым темпом, потому что у Макса иногда в игре очень хороший первый темп. Ну и, соответственно, оставил Леху Конову тоже, потому что Леха машина. А принимать, наверное, поставил бы Жеку Рукавишникову, потому что он такой техничный. А посоветовать, вот пусть Жогов пасует у нас. Ну, вот такое будет такая команда мечты. Если вы еще не смотрели первый-второй выпуск «Большого шоу», срочно бежим на YouTube. Соответственно, подписываемся «Зенит Казань», смотрим, колокольчик и хорошего просмотра. «Зенит Казань» в центре волейбола.